волосы. Почему-то на голове и на лице это ок, а в остальных местах это фу. Почему-то никто не кайфует от блестящих и упругих подмышечных локонов. Ну, это жизнь. Красиво подстриженная, прекрасно уложенная, ну а кое-где идеально гладкая. Но что, если ты подходишь к зеркалу, смотришь на Чубакку и думаешь, да я и сам себя идеально подстригу, или что-то мои брови какие-то сильно толстые, я их сама подправлю. Ну так вот, если они — это ты, то следующие несколько минут ты проведешь с кайфом. 21 год тире куча удобных приблуд для того, чтобы быть гладким и четким. Не то, что в средневековье, когда на выбор у тебя был заточенный камень или огонь. После таких процедур у тебя ни кожи, ни рожи, ни волос, ничего. Бритва, триммер, эпилятор или машинка для стрижки. А как понять, что конкретно нужно? Или, может быть, нужно все сразу? Сейчас все расскажу. На самом деле, сначала надо определиться, какой конкретно результат нужен от определенной волосатой зоны. Подстриженные волосы или сбритые наголо, или выдернутые нафиг. И уже в зависимости от этого выбираем приборчик. Машинки для стрижки, как ни крути, годятся только для стрижки. Они способны укорачивать длину волос, но никак не могут побрить начисто. Поэтому даже если стричь под ноль, все равно останется наждак. Никакой гладкости. Они бывают роторными и вибрационными. Роторные машинки – выбор профессионалов. Они мощные, могут долго работать без перерыва, не вибрируют в руках и возьмут заросли любой жесткости. К тому же они легко разбираются для того, чтобы почистить или заменить лезвие. Вибрационный – выбор непрофессионалов. Более доступные и легкие, но вибрируют в руке, сильно шумят и больше получаса без перерыва не проработают. Еще подумай о том, как тебе удобнее регулировать длину остающихся на тебе волос. Одни машинки имеют в комплекте несколько насадок, которые нужно снимать и устанавливать в зависимости от длины, которая тебе нужна. А на других установлен встроенный регулятор длины. Я сам недавно узнал, что лезвие у машинки может затупиться. И вот тут самое время рассказать, что они бывают из разных материалов. В бюджетных машинках лезвия стальные. Они быстро тупятся и со временем начинают выдергивать волоски. Это очень неприятно. В машинках подороже лезвие керамическое. Оно более долговечно и не греется во время стрижки. Но если уронишь, будет обидно. Лезвие с тефлоновым покрытием не будет превращать твою растительность в пауэрбэнк или громоотвод, потому что вообще не электризует волос. Титановые лезвия долговечные и гипоаллергенные. Такими машинками можно стричь уже мокрые волосы. Люди, которые выбирают лезвие с алмазным напылением, вообще никогда не тупят, потому что лезвие не тупится. Все, что я сказал до этого, очень важные моменты при выборе машинки. Но по сравнению с этим, все фигня. Существуют машинки с встроенным, мать его, пылесосом. Но почему я купил другую? У этих машин есть специальный контейнер для волос. Триммером удобно убирать растительность на неровных участках и сорняки в труднодоступных местах. Секунду. Здесь что-то, наверное, какая-то перепутка. А нет, вот и идеально подстрижет твою лужайку. А, нет, это попозже. Так вот, триммеры для людей, ну, в смысле, для волос людей. Эти ребята предназначены для более тонкой работы. По сути, принцип работы такой же, как в машинках для стрижки. Но они более узкие и маневренные, для того, чтобы ты мог добраться куда угодно. Ну, если ты понимаешь, о чем я. От количества насадок зависит и функционал триммера. Они бывают для подравнивания бороды, усов, удаления волос из ушей и ноздрей, для коррекции бровей или же полного сбривания волос в труднодоступных местах. Электробритвы делятся на роторные и сеточные. Роторные представляют собой несколько головок с дисками, под которыми находятся вращающиеся лезвия. А у сеточной бритвы лезвия не вращаются, а вибрируют из стороны в сторону. И те, и другие бреют до гладкости. А самые современные модели делают это без раздражения и порезов. Разница между ними лишь в том, как ты будешь двигать рукой. Ну, по кругу или... как обычной бритвой. В общем, выбирай, какой тебе ближе способ. У моделей подороже плавающая головка, что позволяет более точно повторять контуры лица. Эпилятор. Ну, во-первых, надо сказать большое спасибо Вселенной за то, что я родился мужчиной. А во-вторых, эпилятор – прекрасный подарок к 8 марта. Эпилятор ничего не бреет, он выдергивает. Больно, но эффективно. Несколько слов из инструкции по эксплуатации.
Множество пинцетов делают щипки, захватывают, вытягивают и выдергивают волоски. Звучит как день рождения. Но вообще это самая эффективная штука. Лучше один раз в месяц потерпеть и эпильнуться, чем париться каждый день с бритвой. Но чтобы облегчить страдания, вот тебе несколько лайфхаков. Кумсифача кумпячаст канал. Используй массажирующие насадки, которые покалывают кожу и отвлекают от боли. Распарь кожу перед эпиляцией. Веди кусочком льда по коже сразу за эпилятором. Я Каша, три лайфхака, а шакум требует. Мерджи май департи. И напоследок несколько важных моментов. У всех этих приборов есть полезные функции. Например, встроенный аккумулятор, ну чтобы не ограничиваться длиной провода. I want to break free. I want to break free. Индикатор заряда, чтобы не уйти на работу полупокером. Подсветка для того, чтобы не заблудиться в дебрях. И возможность сделать это под водой. В случае с эпилятором это облегчает боль, и такие приборы легко мыть. Так, а что выбрать? Так и ничего выбирать и не надо. Это обособленные устройства, и они не заменят друг друга. Поэтому даже некоторые производители делают как бы набор все в одном, где моторчик один, а на него ты уже вешаешь бритву, триммерную насадку или даже эпилятор. Вывод вот в чем заключается. Пора перестать следить за собой для других. Пора это делать для себя. Пора полюбить себя. Ну а все, что я сегодня рассказал, поможет это сделать в домашних условиях. Поэтому беги весь такой волосатый в ближайший магазин Enter и прикупи чего-нибудь себе и своей волосатой второй половинке от безволосенья. Ну, если второй половинки нет, то побреешься и будет. Но если из-за волос стало трудно передвигаться, то ты можешь зайти на сайт enter.online и заказать себе доставку. И, как всегда, выбирайте с умом и используйте так же. И да пребудет с вами Chewy.